задолго до Рождества Христова Моисеем был установлен закон, по которому иудеи приносили своих новорожденных детей в Иерусалимский храм, чтобы Господь принял их как своих. Младенцев мужеского пола приносили на 40-й день после рождения, когда заканчивались дни очищения матери. Богатые родители отдавали при этом в жертву однолетнего ягненка, а бедные – двух горлиц или двух птенцов голубиных. Одного в благодарность Богу, другого, чтобы очиститься. И вот когда Иисусу исполнилось 40 дней, Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли его в храм. В руках у них были две горлицы. Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затеряны в сумраке храма. В один из теплых летних дней в августе 1961 года четверо молодых ленинградских поэтов Анатолий Найман, Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев и Иосиф Бродский сели в пригородную электричку. Друзья отправились в Комарово на дачу, где жила Анна Андреевна Ахматова. В этот же самый день второй советский космонавт Герман Титов отправился бороздить просторы Шестого океана, поэтому настроение было у всех приподнятое, повсюду звучала бодрая музыка, молодые люди хотели приятно провести время. В моде были энергичные поэты Маяковский, Багрицкий. Ахматова казалась человеком совершенно другой эпохи. Она стала известной, когда и автомобиль-то еще был в диковинку. Бродский, по его собственному признанию, тогда был весьма удивлен, узнав, что она вообще еще жива. И он несколько опасался встретить такую старомодную, капризную даму с дореволюционными манерами, с которой будет тяжело разговаривать о литературе. Себя, как и положено молодым, поэты считали основателями новых стилей, жанров, направлений, и никакие классики были им не указ. Женщина, которую они встретили, не была простой. Она была величественна. Но в ней не было ничего манерного. Ни капли фальши. «Я не понимаю этих больших слов», — говорила Ахматова. «Поэт, бильярд». Для Бродского встреча с Ахматовой станет одним из самых главных событий в его жизни. Он будет частым гостем в Комарово и даже снимет там дачу на зиму, чтобы иметь возможность каждый день видеться и разговаривать с Анной Андреевной. Почему у нас возникли хорошие отношения? Потому что я думаю, что я точно понял, с кем я имею дело. То есть я думаю, что до известной степени она узнала в моей милости нечто, что она содержала в себе. И наоборот, конечно же, я говорю, да. Это вот были эти 2-3 года знакомства с ней. Мало было очень дано. Но просто от нее было, то есть от общения с ней одно становилось понятным, как надо жить. Не как писать стихи. Это до этого додумываешься сам, это в конце концов в сильной степени зависит от обстоятельств, кто рядом, кто твои современники и так далее, от твоих читательских вкусов, я уже не знаю чего. Но как жить, тут можно было научиться. Тот храм
обступал их, как замерший лес. От взглядов людей и от взора небес вершины скрывали, сумев распластаться в то утро, Марию, пророчицу, старца. И только на темя случайным лучом свет падал младенцу. Но он ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. В середине III века до нашей эры египетский царь Птолемей Филадельф захотел перевести Библию на греческий язык, чтобы пополнить коллекцию знаменитой Александрийской библиотеки. Для осуществления этой задачи из Иерусалима было приглашено 72 ученых-старца. Их труд вошел в историю под названием «Септуагинта», перевод 70. Какую из частей Библии кому переводить, решал жребий. Одному из переводчиков, Симеону, досталась книга Исаии. Когда он дошел до пророчества о рождении Мессии, «Се дева во чреве примет и родит сына», то подумал, что здесь явная ошибка. Как это? «Дева родит». Он решил стереть «дева» и написать «жена». Но в этот момент ему явился ангел, который отвел его руку и сказал: «Имей веру написанным словам, ибо ты не умрешь, пока сам не увидишь, как сбылось это пророчество». Более 200 лет старик Симеон ждал своего последнего часа. Тяжкое ожидание одинокого, запоздавшего со смертью человека. Не с морозовою класть поклоны, с падчерицей Ирода плясать, с дымом улетать с костра Дидоны, чтобы жранный на костер опять. Господи, ты видишь, я устала воскресать и умирать и жить. Все возьми, но этой розы алой дай мне свежесть снова ощутить. Это стихотворение Анна Андреевна посвятила Бродскому. В евангельском сюжете, описанном апостолом Лукой, Бродский найдет детали, которые, как ему будет казаться, совпадают с деталями его собственной биографии. Ну, во-первых, его звали Иосифом, так же, как и нареченного мужа Девы Марии. И он был долгое время влюблен в женщину, которую звали Мариной. Имена Мария и Марина для Бродского всегда звучали одинаково. Известный журналист и писатель Сергей Довлатов вспоминает, что однажды он шел по Невскому проспекту и увидел толпу людей, которая, огибая какое-то непонятное препятствие, двигалась дальше. Приблизившись, он увидел, что посреди тротуара на ящике сидит Иосиф Александрович и совершенно отрешенный смотрит в небо. В этот день Марина родила сына, его сына. Позднейший разрыв с ней, мучительные переживания, обида, воспоминания лягут в основу, станут темой его очень многих произведений. Позднее в Америке он даже издаст книгу «Новые станции к Августе», которую посвятит Марине. В этот же сборник войдет стихотворение, посвященное Анне Ахматовой «Сретенье». В нем удивительным образом соединятся две любви Бродского. Духовная к Анне Андреевне Ахматовой и долгая, почти безответная к Марине. Лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя над их головами, слегка шелестя под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. Судьба Бродского кажется невероятной.
Еврейский мальчик, родившийся в 1940 году, был назван Иосифом. Очевидно, в честь вождя народов. Бродский с самого начала был отмечен печатью непохожести. Во-первых, был он рыжим. Школу не закончил, бросил в 8 классе, пошел работать на завод фрезеровщиком, потом трудился в морге, потом в геологических партиях. Желал стать то врачом, то моряком-подводником, поступал в мореходное училище, но не прошел. «Я сдал экзамены и прошел медкомиссию», — вспоминал он. «Но когда выяснилось, что я еврей, меня перепроверили, и оказалось, что у меня астигматизм левого глаза». Наконец Иосиф начал писать стихи. С этого момента никакое другое занятие его не увлекало. 29 ноября 1963 года в «Вечернем Ленинграде» вышла статья, в которой говорилось: «Этот пигмей, карабкающийся на Парнас, не так уж безобиден». Написав «Люблю я родину чужую», Бродский предельно откровенен. Он и в самом деле не любит своей родины. Больше того, им долгое время вынашивались планы измены родине. Очевидно, что пора перестать нянчиться с окололитературным бездельником. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде. Это было начало травли. Потом последовал арест, две принудительные судебно-психиатрические экспертизы и два суда. Наконец, за тунеядство Бродского сослали в Архангельскую область. Ахматова организовала среди знакомых фонд помощи Бродскому. По ее просьбе в Ленинграде для него собирали и отправляли посылки. Сколько же было их на ее веку, близких людей, попавших в застенки? Муж, сын, Мандельштам. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. И все же 60-е годы, считала Ахматова, не 30-е. Они были куда более вегетарианские, за стихи не расстреливали. Через 2 года Бродский вернулся, его имя уже было на слуху, и Анна Андреевна с гордостью говорила: «Смотрите, какую биографию делают нашему рыжему». Бродский и Ахматова часто обсуждали идею переложения на стихи псалмов, библейских и евангельских сюжетов, говорили о том, возможно ли это, стоит ли этим заниматься, если это делать, то как делать, и кто сможет это сделать так, чтобы получилось не хуже, чем у Пастернака. Стихи Бориса Леонидовича из его романа «Доктор Живаго» тогда считались и по праву вершиной религиозной поэзии. Подобных примеров, наверное, вообще не так много в русской литературе. И кроме Ахматовой, решить эту задачу, возможно, было не под силу никому. Но, к сожалению, вскоре Анна Андреевна не стала. После ее смерти Бродский начинает создавать целый цикл стихотворений на библейские сюжеты. В 1972 году он пишет стихотворение «Сретение». Это его последняя работа, написанная дома. Совсем скоро тунеядца Бродского выдворят из Советского Союза. «Сретение» по-славянски значит «встреча». Анна Андреевна дождалась, или, кто знает, может быть, сама выбрала человека, которому она смогла передать то, что так долго хранила – духовность русской поэзии.
самом Комарове были дачи и других писателей, и литературных деятелей. Например, в непосредственной близости от нее были дачи людей, которые ее травили в 40-х годах после этого Ждановского постановления со страшной силой. Идя, гуляя по улице и встречая их, она с ними раскланялась. Она говорит, руки я подавать не стану, не раскланяться, я раскланяюсь. Если она могла простить, то кто я, чтобы не простить, да? Например, вот эти дела. Но и это может быть то, чему нас лучше всего научили в этой жизни – прощать. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня, реченое некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня, за тем, что глаза мои видели это дитя. Он твое продолжение и света источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем». Симеон умолкнул, и их тишина обступила. Сретение. Это светлый, удивительный праздник встречи и первой разлуки. Праздник встречи, потому что в Иерусалимском храме произошла встреча человека и воплотившегося Бога. Встреча между святыми душами Симеона и Анны и ожидаемым ими Спасителем. Встреча старой и новой жизни. Встреча Ветхого и Нового Завета. Встреча, которая рано или поздно обязательно случается в душе каждого человека. Но есть в этом евангельском событии и напоминание о неуклонном законе жизни. Одни поколения приходят на смену другим. И есть грусть первой разлуки, потому что по закону ее народа, требовавшего, чтобы каждый первенец посвящался Богу, Матерь Божия принесла своего младенца в храм, навсегда отдавая его жизнь во власть Божию. И есть в сретении печаль. Печальное напоминание о том, какой ценой Христос дарит нам встречу с собой, дарит возможность спасения. В лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам. И тем же оружием, Мария, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око. В конце 1971 года Брежнев принял историческое решение – обменять евреев на зерно. Вполне вероятно, что эта мысль пришла в голову генерального секретаря в процессе подготовки к предстоящему визиту Ричарда Никсона, когда стало известно, что президент привезет с собой список инакомыслящих, судьбу которых он хотел бы обсудить. В этом списке был и 32-летний Иосиф Бродский. Вызов в КГБ застал его врасплох. С одной стороны, он понимал, что здесь задохнется и замолчит, но с другой, страшно боялся оказаться за границей без питательной среды русского языка. После переезда в Америку Иосиф Александрович часто говорил, что там в России были причины, а здесь одни лишь следствия. Слава пришла довольно быстро. Начались награды, начались интервью. После вручения ему престижной премии фонда МакАртура для гениев его пригласили на телевидение. Известный нью-йоркский журналист Дик Кавет среди прочих вопросов попросил Бродского рассказать о том, как ему чувствовалось в тюремной психиатрической клинике.
«Да ничего страшного в советских психушках нет», — отвечал Бродский. «Кормят прилично, с тюрьмой не сравнить. Можно книжки читать, радио слушать. Народ кругом интересный, особенно психи. Одно плохо. В тюрьме известно, когда тебя выпустят, а тут полная неопределенность». На утро раздавались возмущенные звонки. «Ты что делаешь, Иосиф? Весь Запад стоит на ушах, что в Союзе инакомыслящих в психушках держит. В университетах митинги протеста. Известные всему миру врачи подписывают обращение. А ты ничего, жить можно, кормят хорошо?» На это Бродский спокойно отвечал, что он свободный человек в свободной стране и может говорить то, что ему кажется нужным. Иосиф Александрович умер в 1996 году христианином. Его отпевали в главном католическом соборе Нью-Йорка, а похоронили в любимой Венеции. Незадолго до погребения в Америку позвонила Галина Старовойтова. Галина Васильевна была взволнована, читала наизусть «Станция к городу», а в конце разговора тихо спросила: «Скажите, а есть ли надежда, что семья согласится похоронить Бродского в Петербурге, в Александр-Невской лавре или в Комарово, рядом с могилой Анны Ахматовой?» Он шел умирать. И не в уличный гул он дверь, отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук. И образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась.